Погнали. Будни днем, ну ё-моё. Ну, это же азиаты, понимаешь? У нас с ними разница, с Китаем. 5 часов, что ли. Поэтому, если у нас турнир начинается в 2 часа дня, то у них он начинается в 7. 6, говорит, разница. Вот так вот. У нас рифлы у Старбака, то есть ему на рандоме. Это рандом. Ему попал альянс, и он строит... О, кстати, вебка работает, смотрите. Я не могу ее сделать крупнее. Ну, у Дмитрия там какая-то табличка на двери. Видимо, с именем император. Стоит одинокий кубок на углу, хотя этих кубков у нее должно быть до хрена. Нейтральные беленькие обои. Паладин рифлы. Можно немного чат поднять, чтобы видом было грейда. Можно. Good game, good emotions. Как-то так. Там будет вторым рядом появляться. Табличка императора должна быть снаружи. Но она и мотивационная в том числе может быть. То есть она может и там, и там. Хапача вернулся на ГГ. Да, Хэппи может ливать с ГГ, но никуда он от нас не уйдет. Мы его найдем, если захотим. Так, сразу пошла нычка. И против паладина с рифлами это довольно хорошее решение, на мой взгляд. Потому что рифлы, ну это не те юниты тоже, во-первых, они появляются позже, чем стандартные там футмены. Во-вторых, паладин, он, скорее всего, ну, он в агрессию не особо может идти. И когда у рифлов появляется неплохое количество, ты уже, ну, ты не рубками не пробьешь. Ну, не пробьешь ни рубками, ни рубкой, рифлами не рубку. Потому что там фортификейт, а там пирсинг, и урон слабый, а по рифлам очень хорошо, не просто бьет хорошо там по пятнашке, так еще и ты не сможешь нормально контролить рифлов от гулей. Поэтому пробить экспанд, я не знаю, каким макаром можно. О, пошла какая-то застройка здесь. Это что такое? Ну покажите нам, ну ё-моё, кто там на псе сидит опять, кривой? Вышка, важный момент. Вот с магической вышкой здесь можно было позиционно воевать. Да. Хапач говорил, что орги DreamHack штрафуют за отсутствие вебки в процентах от приза. Ну, организаторы могут устанавливать и подобного рода правила, в том числе. Ну, у Хэппича очень, как вы знаете, такой прагматичный подход. То есть он... Вебка... Я думаю, это действенный для него мотиватор, короче говоря. Pretty quick. I wonder what second hero Happy's gonna go for. He's got lots of options, but they're all far away. Так, бегают рифлы. Палыч все еще не третий, но он работает над этим, периодически отстреливая скелетов. А у Старбака, кстати, вебка не работает. Там стоит статичная картинка. Хороший артефакт у Деки. А, второй склеп. А там будут ружья. И подпуш с этим, с Blood Mage'ем. Надо добивать, брать третий уровень здесь. Третий уровень. Вообще, это может получиться. Я вот не совсем помню точно, к чему в результате у рифлов пришли.
То есть им же сначала увеличивали скорость атаки, потом немножко ее уменьшали, но уменьшали не до того уровня, который был изначально. То есть сейчас все равно, кажется, рифлы типа в процентов на 10 быстрее стреляют, чем раньше. Кто точно помнит по поводу райфлменов? Подскажите, пожалуйста, так это или не так, вот это вот утверждение мое? Coil against Holy Light Exchange. Paladin took a decent bit of damage here already. More and more aggressive Holy Lights. Paladin's mana's dropping low, but of course the Blood Mage will be coming in shortly. This tower... Хорошо. ...be finishing, and I wonder, might a shop not have been better? Палыч, причем без дивана. Ага. 1.5 была скорость, сейчас 0.35. Даже больше, чем на 10% получается. Круто. And if you look at the Nerubian Tower and Ziggurat position for Happy, nothing's gonna help his Да, слушайте, а здесь можно и про это самое продавить. Хорошо танкует Blood Mage. Почему он дрейн не делал, не могу понять. Ну, слишком сильно проатаковал. Blood Mage getting surrounded by everything. The Holy Light there not good enough to save him. That's going to be much more mana now for the DK over time. Да, сейчас непонятно, что паладину делать. Some ghouls went down, yes, but all fiends still standing. 1-0 upgrades on them already. Would love to see another. А так было бы неплохой пуш. Ну хотя лимит уже сопоставимые были бы. Очень хорошо. Реген идет у хапача. Маны не хватает. Blood Mage вернулся. А, он его выкупил в таверне. Как же не хватает. Ну, зашел бы в магазин, купил бы свиток. Вот это ошибка от Старбака. Он сейчас бы мог всех подлечить. Не, это уже все. Это здесь развал. Сейчас начнут рифлы падать. Минус один. Привет, Боник. Но даже, знаете, если бы он не потерял Blood Mage, Старбак ливает просто. Даже если бы он не потерял Blood Mage, я думаю, Хэппич еще держался бы благодаря тому, что у него два склепа и доделывается грейд на Т2 еще долго. То есть он мог бы просидеть там еще минуту, две, три, имея при этом преимущество по золоту. У него доделывается Т2, у него стоит под боком магазин, он начинает затаривать бутылки, выходит второй герой, там какой-нибудь, не знаю, Криптлорд, например, с импейлом, или даже Лич снова, не столь принципиально. То есть рифлами ты быстро человека все равно не убьешь. И... ну и все. Фору дал, красава. Я не знаю, почему Старбак там говорил, что он собирается хапача убить, но играя за рандом, причем если ты играешь за рандом не как представитель, не как лучший представитель каждый из раз. О, а вот Арктонс потянулся. А что ж мы опаздываем? Владимир, мы тут ждем. Между прочим. Welcome. Лучше Пэкс поставил с рифлами. Ну, это такое. Это тоже такая пост-аналитика, можно сказать. То есть, экспанд бы он поставил позже, чем Undead. И все равно был бы позади. Естественно, когда ты смотришь игру и видишь, что человек атакой, его атака приводит к поражению, ты, казалось бы, предлагаешь любой вариант, который, ну, всяко будет лучше. И отчасти ты прав. Но купи он свиток, не отдай сразу Blood Mage. Может, как ты продавил? Неудачный ужин в отеле начинается, да и я знаю, чем все закончится. Зачем мы тогда стримим? Баст. Красивая, намывается кошечка. Бастет, пойдем ко мне. Давай. Это дичь, она дрессированная, смотрите. Оп. Прошло 3 секунды, кот уже у меня. Чей хвост. Баст, Майкл, баст. Скучала такая, дичала за эти 3 дня. Пряталась, такие глаза у нас под ванной были круглые. Мяу. Ну ничего, потом социализировали быстро сегодня. Вытащили, загладили вину. И все, и уже спали в обнимочек. Да, Бастетка? Бастет. Бас.
наш кот. Видите? Ты моя хорошая девочка. Ну, учитывая бо 3, я думаю, это изи 2-0. Как бы маловероятно, кто сомневается. Фоги Лил DC. Фоги, естественно, в Мироре лучше, чем швед, который сравнительно недавно вернулся в Warcraft. И специфики очень много в эльфийском Мироре, а у Фоги практика даже против корейцев хорошая. То есть он там с Муном, с Лолайтом регулярно зарубался последние там 2.5 года. У Хавка с Дайсом ближе к 50%, на мой взгляд. Но Плиз поставил на Дайса, он явно что-то знает, 500 рублей. Я вынужденно поставил на Хавка, ну, в памяти лапшичники, так скажем. Вот, но думаю, что там будет все-таки в 0-2 в пользу Дайса, потому что Плиз, повторюсь, скорее всего, что-то знает. Но я еще поставил, потому что Дайс показался мне в прошлый раз очень неопытным игроком, очень нестабильным, который может ошибаться грубо. Вот, ну и X-Lord против Starshaped. X-Lord тут, на мой взгляд, явно фаворит, хотя посмотрим. Как-то так. Каран ДВВ, привет. Ну, начинается, говорит, почему ты стримишь? У меня много предложений, почему тебя смотрю? Я знаю, нравится. Сейчас мы непонятно куда уйдем, да? Баста. Вот, у меня, видишь, какой кот пришел. Сразу Мур прекратился. Кот осторожно смотрит на Алексея. Она прижимается к папке, видишь? Прям прижимается. Бойся, не бойся, не бойся. Сейчас еще уткнется. Да. Нет. Не-не-нет, спасибо большое. Запас. Видишь, ты кота зашугал. Вообще. Бас, ты скажи. Оно прям в меня в это самое втиралось. Да, быстрее. Все, сейчас вернусь. Еще разок кот. И пойду мыть руки. Alright, we'll spin the wheel once more. Which race are we gonna get, ladies and gentlemen? Which race are we gonna get? This would have been the perfect map for Pally Rifles, right? You get level 2 right away. There's no way the Anna can fast expand. And normally, once you have level 3 Pally, you can control the middle pretty well. But Tidehunter is perhaps the worst map to get human for that Pally Rifle style. A bit of bad luck for Starbuck, perhaps. Amazonia can also be a good race, a good map for Night Elf, but Starbuck doesn't like playing Night Elf here. For Orc, with Farseer Headhunters, it can be decent. If he gets human, you know, with Pally Rifles, as we just saw, perhaps doable here. I think this should be a better map for Starbuck, or perhaps just the optimist. Yeah, well, we know you're always the optimist. Amazonia, we're waiting for the game to kick off. We already started it. In a couple of seconds we'll go there. Так, ребят, я в приказном порядке, забыв, что я каблук, ворвался к жене. А жена, где у меня сейчас правильно? На кухне. Сказал, что я сегодня буду стримить ночью. До 3-4, по крайней мере. Вот, сказал, как отрезал. Вот это прикольно, надпись с плаката по цвету волос подходит. О, надо, кстати, посмотреть, я не обратил внимания. Так что мы с вами сегодня, мало того, что досмотрим этот турнир, я надеюсь, пойдем фуфашечку и просто, наконец-то, будем без лимита играть. А что она сказала? Ну, котеночек. Вот так вот. Ну, попыталась, знаете, как-то. Но я... Блин, а чего вы императора в другое место перенесли? Ладно, давайте. Чатик под... Не гордый, чатик подвинется. Телефон очень неудобный, плеер, хочется уйти на YouTube, но там чат не читается. Нинус, если у тебя андроидовский телефон, скачай с Play Market приложение. У нас как раз оно перезалилось и обновилось. Поэтому там оно хорошее. У него больше 2000 оценок, и оценка там то ли 4.4, то ли 4.5. Даже несмотря на то, что нас минусами завалили фанаты какого-то стримера, не помню, по какому поводу.
Старбак за эльфа попался, кипера делает, в общем... Снова закрыл императора. Блин, да... Хэппич, давай-ка ты не будешь прикрываться чатом. Выйди. He said that he sees his best chance with the mass air style, the old school keeper into mass fairy dragons. Да ладно. Да там Старбак уже рассказал, как он будет играть, если что. Типа фейриков. Ну, во-первых, у дракончиков все-таки где-то процентов на 8 уменьшили урон. А там и так на тоненького было при очень хорошем контроле. И Фогич отказался от этой стратегии против Хэппича. Может быть, он играет против какого-то андеда с худшим исполнением, ну, с худшим микроконтролем, так скажем. Но, блин, он вызывает энтов до того, как Пурш прошел. Так, хватит Хэппича менять местами, алло. Кто там за продакшеном сидит? Да я не хочу отвлекаться на это, достали уже. Here you can just creep so efficiently that it's hard to say no to ghouls, especially with the kobolds in the middle and perhaps also the trolls, you can get a quick level 3, oftentimes even faster than the keeper's level 3. Так вот, а сейчас, ну то есть, сам Фоги отказался от этой стратегии, на Амазоне он не играет против Хэппича в 2 Ancient of Wind'а. Как вы помните, он играет через, ну, Keeper Dima, 2 лорницы, точнее, Keeper Dima Expand, 2 лорницы. И сидит на Т2 какое-то время, пока не отобьется, не поставит эксп. Вот, ах. Старбак хочет бахнуть себе... Не диспелит виспа. Ну, короче, он вообще не того уровня пока что. Да не фейрики, там Хантерс Холл идет, говорит ТГВ. Фейриков можно делать с Хантерс Холлом. там 2 барака вообще. О, тогда все. Ну, лын с 2 бараков, сейчас будут протекторы делаться. Но это так дешево. Просто дешево-придешево. Давай-ка сейчас Хэппича удиви 2 бараками от эльфом. Даже Койл не потратил на эту гулю, вы видели? Все, это 2-0. Ну, это 2-0. Шутник, пока да. Ну, то есть, я не знаю, какое там предложение может быть, учитывая политику. Окружает Хантреску, просветки нет, но можно пустить, но нет смысла пускать. Ну, потому что очень много он потеряет здоровьем, пока... Хотя нет. Съедает кота, теряет гулю. Что-то Хэппич тут не доконтроливает. Да. Еще минус Хантреска. Да. О, нет, Хэппи ошибается. Да, пофиг, все равно. В общем, кипер отсюда улетит. Ну и он пошел, видите, Tree of Ages делает. Он понял, что не получится застроить хапача. И делает следующий тир. Старбак похож на турист, который приехал на ВЦГ из непопулярного региона. Но вообще это один из... Нет, это вообще самый сильный актуальный текущий рандом, если мы не берем там инфи. Хотя инфи Старбаку вообще не ровня. Инфи, я думаю, катнет его в какой-нибудь дикой серии Бо-9 без поражений. Ну, потому что здесь 2 серьезных маркера, что он пытается сделать какую-то халяву в рамках той расы, которая ему выпала. Во-вторых, у нее исполнение не очень хорошее. То есть это 2 сигнала, что человек стандарт на высоком уровне отыграть не может. Это уже мега нестабильно. Trio of Ages — это у нас... Не, Trio of Ages — это у нас как раз тир, а вот база начала строиться
But there's going to be a follow-up all-in. I think he's playing it conservative now. Mm-hmm. He just goes for Slaughterhouse, added Lich, and he didn't... Но в ЦГ были вообще блаженные, товарищи. Потому что из какой-нибудь Африки, когда проходили, а там же были соревнования по всем, ну, по большому количеству стран, где есть представительство Samsung, где есть маркетинг самсунговский. А вот это неплохой момент. Личевку... А где у нас... А, тут же второй койл уже, извините. И сейчас снова надо в правую хантреску. Даже можно не отходить. И после этого можно ливать, в общем-то, эльфу. Сейчас он потеряет тут 3-4 юнита. Лучше койл кинуть. Он решил гулю спасти, а не добить кота, которого он добивал в любом случае. А гулю-то он в любом случае потеряет. Динает отлично. Да, Starbuck все еще в игре, но это потому, что он отказался от бессмысленной затеи после того, как не удалось на халяву построить алтарь, ой, в смысле, алтарь, протектор рядом с базой противника, но это было очень очевидно, на самом деле, очень. Это, по сути, единственное, чем может кипер с хантресками на ранней стадии из агрессии поджать андеда. Вот, собственно, поэтому... Так, Шреддер, Арчи и Демон Хантер второй. А какое преимущество есть у того, кто играет рандомом? Если бы мы брали старые карты, типа Lost Temple, Turtle Rock, именно старого Turtle Rock, Низины, то преимущество было бы более значительное за счет того, что противник не сразу тебя найдет. Ты можешь выбрать, например, одну из двух диаметрально противоположных стратегий, рассчитывая на то, что противник тебя быстро не найдет. Это может быть какая-то мега-агрессивная стратегия или какая-нибудь мега-наглая стратегия. То есть ты можешь, например, играя за... раньше, да? На рандоме тебе выпадает Undead, и ты все равно идешь, например, ставить базу, несмотря на то, что это не мета. Просто рассчитывая на то, что противник быстро тебя не найдет и не успеет адекватно среагировать. Ну, там, например, за эльфа ты должен сразу брать парочку виспов по типу Дредлорда, сразу бежать героем, чтобы он не поставил эту базу, потому что если ему удастся, то будет большое количество проблем. Или стартовать с крипинга какой-то мега опасной точки для того, чтобы... Ну, опять же, потому что противник не знает. Ты знаешь, какая у него раса, ты даже можешь знать, какая у него приблизительно будет стратегия, потому что однорасовые товарищи менее вариативные, понятное дело. Но вот эта вот идея, которая все больше и больше укореняется в моей голове относительно снижения риска за счет уменьшения вариативности, то есть если вы играете универсальной стратегией против разных рас, у вас игры в целом получаются гораздо более стабильные. То есть у вас больше практики, конкретно за этих героев, за юнитов, и вы ошибаетесь меньше. Вот. А у рандома еще добавляется три другие расы. То есть это колоссальное увеличение необходимой практики для того, чтобы нормально играть. То есть ты либо должен играть там на голову, на две выше, чем твой противник, чтобы стабильно обыгрывать. Ну, как и инфи тот же самый. Либо ты должен тренироваться, а столько времени нет, понимаете? Например, там все тренируются, скажем, по 6 часов в день, а за рандом нужно тренироваться, ну, пропорционально больше, там, в 3 раза больше. Даже в 4 получается, почему в 3? То есть у тебя просто часов в сутках не хватает для того, чтобы наиграть нормально за каждую из раз. А только наиграв нормальное количество за каждую из раз, ты начинаешь подтягиваться по уровню, ну, по крайней мере, по деталям. То есть некоторые вещи, они открываются довольно редко и отрабатываются сложно только в определенных там моментах на практике. То есть тебе реально нужно там больше времени посвящать, чтобы на них напарываться, на какие-то там нетиповые ситуации, на особенности в там микроконтроле в каких-то ситуациях. Короче, рандому, их-то не просто так нет на проуровне, почти никаких, и никогда не было. За исключением людей, повторюсь, которые мега круто играли выше на голову на две, чем остальные. То есть тот же самый Дедман мог шатнуть
за арков большинство людей. Просто потому, что играл, ну, не только за эльфов, но и за арков. Он разыгрывался на турнирах за рандом. И иногда ставил против слабеньких товарищей, там, эльфов, не помню, хуманов, наверняка тоже ставил. Вот, но все равно мейн-раса есть мейн-раса. Слишком много... Даже ходки — это база. Это то, что лежит на поверхности. Старбака пушит. О, Фростморн 8 за моего отца. Добро пожаловать, Беляк. 50 лимита. Ну, Хэппич не убивается в этот экспант. У него строится свой. Соколик. Соколик. Сейчас подконтроливает неплохо. Забывает немножко виспов. Вопрос исключительно к Хапачу, сколько времени он здесь выиграет. Ему не обязательно, повторюсь, здесь убивать. И учитывая то, что ночь только-только началась... Ой! А что такое? Пф. Да, там была бутылка еще, кроме стафа, алло, и свиток лечения, он просто не среагировал никак. Там Дима умер на очевидные вещи, коил на все, и ливает Старбак. Какой он там выиграет Императора, что он там нес? Просто, просто ни о чем. Для Дмитрия это изи. His opponents too well to just kill them, because that's what it was. Mm-hmm. Yeah, very good plays by Happy here, good adjustments. I think also on Amazonia especially, he made use of the fact that Starbuck isn't so confident with Night Elf. Normally, when you run across the map so aggressively, that early with level 2... Вот, да, Ботрим. Первый матч из четырех на сегодня у нас завершился. Maybe even three, but Starbuck... He sounded so confident going into this match. Следующий матч будет с участием Фогича, да, ведь? Фогич против Лил Диси. Но это будет минут через 5, я думаю. А дальше Хавк против Дайса. И в конце X-Lord против Старшейпта. Интервью будет? Ну, я... Nothing was going well here for Starbuck in both of those maps we just saw. Sometimes it's just the way it goes. Yeah, maybe he was a little nervous. Да, капитан Арктик, у нас тоже такая в общежитии была полка. ДСПшная, подвешенная, помню, прямо в комнате. Это, видимо, какие-то типовые вещи. Осетка в группе не круговая. Нет, там стандартный Double Elimination, то есть сетка нового типа, взятая там из корейских, китайских турниров, в частности, из классического VGL. Поэтому такая полка у всех, наверное, была. Ждем следующий матч. Там гораздо больше интриги. Ну и, собственно, сегодня по совокупности факторов... Отдавался прекрасный отчет, что Starbuck и Happy, окей. Ну, учитывая Фоги, Хавк, да и Щегол Дайс тоже сегодня будет играть. Ну и потом мы, наверное, с вами переключимся на ФФАшечку. Потому что последние два захода ФФА были не очень хорошие. Последний раз... Я не доиграл, хотя и в топ-2 по очкам был, ну, там была все равно тяжелая ситуация, но игра затянулась. А сегодня, во-первых, поспал хорошо, во-вторых, днем еще поспал. И все, у жены, считайте, отпросился. Да, и с Лавлетом 1-2 сыграл, говорит Смолвиль. Угу. Не, Плиз поставил на Дайс, и я думаю, что он... Он в курсе. А Хавк такой вечно полуактивный. Не знаю, практиковался, не практиковался. Фрей говорит: Миш, привет, как твои дела? Ну, я отдохнувший. Мы наобщались
приезжала компания, приезжали Лисецкий, приезжал Резко, Стендбай, Абвер все еще не уехал, Пух был, кто еще? Росбрейн с семьей приезжал, Ники Чар тоже был, впервые увиделись. Наверняка кого-то забыл. Ну, Ледокол, понятное дело. Витя периодически появлялся с гитарой, пару раз приезжал. Мы поехали в уже знакомое нам место, там, где справляли Новый год последний раз. Этот Новый год. Вот. Погода была хорошая, правда, один день был дождливый, но в этот день мы как раз к моим выбрались и в бане попарились. Много времени проводили за общением и играми в настольными. На этот раз удивительно хорошо зашла не только шляпа, но и Codenames. Такая настольная, ну, такая простая настольная игра на ассоциации, так скажем. Ну, играли они еще во что? Семь чудес играли. Средневековье. Какое там страдающее, да? Я не помню, как называется точно. Я только в прошлый раз играл. Что-то еще было классическое, типа... А что там было-то? Господи, как называется эта игра? С ролями, чем-то похожа на мафию. Что там было еще? А, консольки, естественно, были. Битсейберы, VR-чик, эмуляторы старых дэндевских, сеговских игр. О, интервью. Я должен был играть универсальными стратегиями в этот раз, потому что обычно я бы разные стратегии в разных матчапах играл, а в этот раз должен был открываться. Если бы он, например, Undead'ом был, для меня была проблема в Мироре, потому что я бы не ожидал бы Криплорда. Но вообще это преимущество для меня. Я играю одной расой, а оппоненту приходится рандомить. Yeah, I think that Starbuck has a little bit of a different opinion because he says that Starbuck no говорит, one really knows what he's gonna play. What do you think about Starbuck as a player? I know you что know думаешь him from StarCraft 2 days as well. Starbuck как игрок. Ты его знаешь из старого StarCraft, а Хэппи говорит без комментариев. Take over, please. We finally got some new maps. Наконец-то у нас там новые карты. Тиренас убрали. Twisted Meadows. Autumn Leaves и Tidehunters появились. Ты хэппи? Что такие вот движения есть в изменениях в картах? Да, конечно. Я вообще ненавидел Тиренас. Худшая вообще карта для меня. Even though I didn't like Twisted Metals as well. Ну и темп ему тоже не нравился. Still, I think for me as an undead player, it's still better than Echo Isles. Для меня все равно она лучше, чем Echo Isles. Not quite sure about Autumn Leaves. Не уверен по поводу Autumn Leaves. Надо некоторые мерков нужно заменить на Marketplace, по мнению императора. Tidehunters хорошая карта, по моему мнению. So we talked a little bit about Starbuck, which is like a guy that's been around for a long time. Короче, мы говорили про Старбака, который там неподалеку всегда был. Но другой игрок, который здесь, новый игрок, это Dice, видимо. Да, Dice. Он, да, как Странник. Ты с ним, конечно, много раз с ним встречался. Тебе нравится, что новые люди появляются? И что ты думаешь, ну, конкретно про него? Да, конечно, хорошо, что новые появляются. Что я думаю о нем? Я думаю, что у него есть потенциал. Когда я играю с ним, кажется, что ему не хватает опыта, особенно на турнирах. И кажется, что он нервничает. И не знает, что делать в сложных ситуациях. Но у него определенный потенциал есть. И пусть он, короче, продолжает играть. Последний вопрос. У нас тут патч вышел недавно. Он как-то пошатнул свою твою уверенность в каких-то матчапах. Я вообще не был фанатом Криплорда, поэтому патч меня вообще не задел никак. Окей, спасибо.
Okay, right, спасибо большое. That's all from us. Happy, thank you very much. And да, спасибо, Хэбич. Через два дня увидимся. Bye. There we go, the Emperor storming. Хорошо, интервьюшки будут. То есть мы посмотрим на Дайса, возможно, на Хавка посмотрим. Не знаю, будут ли у них камеры или нет.